cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и добро пожаловать на летсплей «Безумное приключение в Майнкрафте». И в прошлой серии мы остановились на том, как мы нашли себе такой вот домик небольшой, пока что это будет нашим временным домом, пытались зарашить вот тот корабль и вот ту лодку, у нас ничего не получилось, поэтому мы лавки и т.д. и т.п. Вот, в общем-то, записываю я сразу же после первой серии, поскольку мне не терпится просто сходить в вот этот вот данжен. Так, значит, телепортируемся вот в этот данжен. Так, нам это не нужно. Вот так вот мы это делаем. Так, выделяем и телепортируемся сюда. Все. Такс. Здесь, насколько я понимаю, есть нитки. А, нет. Вот они, это ловушки. Да, вот они, это ловушки. Мне нужно бы... А ну, у меня яркость на... стоит на сколько? Панель управления, графика. Яркость не ярко у меня стоит, да? Ну, нормально. Такс, давайте, значит... Ух ты, какие-то ловушки. Новенькие добыли. Ой, мини-скелет, привет. Иди вон отсюда. Ты мне не нужен, ты не мой друг. Такс, нам нужно убить. Точнее, снести. О, уголь. Уголь, это все, что нам нужно сейчас. Что-то сейчас я такое слышу. Какие-то звуки странные. Такс, давайте укомплектуем этот инвентарь. Вот, все. Укомплектовали. О, тортик. Нам нужно как раз похавать. И здесь у нас зелье какое-то. Заберем себе. У меня 32 стрелы, кстати, откуда? И опять 5 факелов. Ну, в принципе, нормально. Давайте добудем голдстоун этот весь. Потому что он там нам будет нужен в некоторых крафтах, насколько я знаю. Такс. Ну, как всегда... Так, туда я пока что не пойду. Не хочу я туда идти. Там много злых всяких монстров, которые будут пытаться меня убить. А ну, что у нас за этой стеной? Ничего. Здесь что-то есть в этих? Я знаю просто, что тут что-то есть. О, палка Инфрита. Такс, как мне ее забрать? А, у меня инвентарь полный. Угу. Значит, нам нужно... Давайте сейчас опять отправимся домой. Хом. Телепортируется. Вот это вот мне нравится, что есть телепорт. Это довольно-таки полезная штука. Так, нужно похавать. И выложить все это дерьмо к себе вот сюда. В сундуки. Такс, опять же, берем сундучок, ставим сюда. И выложим это все дерьмо. Оно нам пока что не нужно. Так, нет, топор нам все-таки нужен. Да. Все, отправляемся назад в этот данжен. Сейчас мы его поизучаем немножечко. И я думаю, в этой, ну, эта будет серия будет посвящена вот этому данжену. Я не знаю, что здесь у нас может быть, что мы здесь можем найти. Поэтому сейчас мы будем это все потихонечку изучать. Так, добудем этот сундук, он нам не нужен. Он нам нужен, наоборот, не нужен. Нет, он нам нужен, этот сундук. Здесь у нас есть уголь, это очень хорошо. Я могу сделать себе еще факела. И, насколько я знаю, вот это вот шипы. Их можно добыть, по-моему. Да, их можно добыть, отлично. Добудем эти себе шипы. Поскольку это очень полезная штука, если, как вы видели в первой серии. Так, я слышу пауков еще. Это мне не очень-то нравится. Так что давайте сейчас в следующую развилку от этого данжента пойдем. Ой, что это? What the fuck is... Так, я ее слышу где-то здесь. Страшные такие звуки издает. О, господи. Нет, не-не-не-не, я не хочу умирать. Я добуду у вас эти шипы. Такс. О, господи, что это за звуки? А, это мобы горят. А! Что это такое? Так, тихо.
Что это за сраный моб? Сраный. Вау, он меня подкидывает. Ну да. Опять я заспавнился, фиг знает где. Ладно, телепортируемся. Надеюсь, он остался тут. Нет, он не остался тут. Такс. Заберем это все дело. Похаваем. Да, во-первых. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребята. Я вас очень обожаю. Вас тут очень-очень много. Так, я уберу эти спаунеры. Так, а эта херня ли может наносить урон, да? Да, может. Так, давайте быстренько заберем все, что здесь. Ну, не все, конечно, но заберем большую часть. И я так понимаю, здесь у нас что-то есть. Да, у нас тут что-то есть. Так, стрелы я могу забрать? Нет, я стрелы не могу забрать. Это обидно. Так. Что такое? Я удалил этот телепорт. Вообще шикарно. Значит, на Т будем телепортироваться. Значит, на сюда мы будем телепортироваться. И давайте опять добудем себе вот это все. Все эти шипы. Сколько мы, кстати, их добыли? 23 штуки. 24. Метеорит, походу. Паучок, пошел вон отсюда. Ты мне не нравишься. Такс. Нужно сломать сначала вот этот вот. А потом вот этот. Вот спавнер. Там я что-то вижу. Я туда не хочу идти. Сколько? Вау! Что это такое? Что за фигня? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я кирку свою заберу. Ну, зашибись. Ладно. Телепортируемся опять. Так, я пойду сюда. Не хочу я туда ходить. Так, здесь у нас что-то есть. Кстати, может, у нас что-то и здесь есть. А это хорошо восстанавливает. Походу, она очень сытная. Естся. Долго как-то... Пошел вон, паук поганый. Такс. Забираем древесину, забираем это, забираем кость, забираем палки. Они нам надо будут... Воу-в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 оу
Такс. Тут еще спуск вниз есть. Вы издеваетесь? Мне сейчас тупо куча эффектов наложено. Мне бы умереть. Я так думаю. Давайте, наверное, умрем. И все будет шикарно просто. Так, нет, я не смогу умереть. Хотя, не, смогу, чё не смогу. Чё это я не смогу умереть-то? Давайте быстро забираем. Ну, почти успели. Так, телепортируемся опять же сюда. Пауки, вы мне не нужны. Идите в баню. Задолбали уже. Паук. Так, скелетон. Сейчас скелетон подойдет. А вот он и скелетон. Как-то они в этой сборочке быстро бегают и быстро стреляют. Я, может, соупок никогда этого не замечал, но они как-то сильно быстро стали бегать и прыгать. Ну, вообще шикарно. Да уж, вот эта серия. Такс. Забираем все отсюда. Ну, не все, конечно, но... Паучий глаз, я думаю, нужен будет. То задолбал ты уже. Так, надо похавать морковки. Нужно поставить здесь факела, чтобы они не спавнились, те гребаные скелеты. И там вон какая-то фигня с диспенсером на голове. Так, давайте ее убьем, наверное. А, нет. Это будет плохая идея. А, нет. Мы ее убили. И у меня гавкает собака. Вообще шикарно просто. Так, забираем вот это все дело. О, мечик новый. Острота и прочность. Нормально, нормально. Так, а здесь больше нету у нас ничего?
Здесь, вот здесь сундук есть. Отличненько. Забираем железо и забираем вместо пороха. Порох нам, в принципе, не нужен. Так. Здесь у нас скелет. Кстати, кварц можно добыть. Кварц — это полезная штука. Вместо лыжника и этого. Так. Значит, что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Здесь больше вроде бы ничего нету. Ага, вот они, ловушки. Я вижу сразу. И я вижу кварц. Ловушку. Давайте возьмем вместо этого. Ловушку. Что? Пластинку выкинем, это заберем. Все. Нам бы сейчас бы желательно отправиться в домой. И желательно бы выложить все вещи. Так что давайте отправимся домой. А здесь нет. Маркера нету. Какого фига? Ладно, назовем еще раз Хоми. Я что, не то делаю, наверное? Такс. 60, все. Телепортируемся сюда, наш дом. И вылаживаем все это тоже дерьмо. Вот сюда. У нас тут какие-то яйца призыва есть. Призыв существа скелет. О, ништяк. Призыв существа чешуйница. Тоже есть. Тоже неплохо. Так, давайте на всякий пожарный себе возьмем лопату. Ну и новый меч. Потому что меч у меня уже скоро закончится. Так, это мы сейчас все рассортируем. Можно отправляться в наш данжен. Ну, вообще, ну шикарно. Ну, собака, давай, молчи. Так, телепортируемся. Вот так. Все, значит, мы телепортируемся. И... Так, давайте отправимся вон в ту сторону. У меня что-то хпшки сильно медленно восстанавливаются как-то. Да, тут есть еще вниз спуск даже. И я что-то тут там вижу. Опять же, спавнер. Что это было? Спавнер пауков с чем-то там. А, блин, оптифайна нету. Жаль. Так. Значит, ломаем эту всю, эти все преграды, ставим сюда факел, здесь что удивительно ничего нету в этом разветвлении. Такс, ставим факел, тут опять шипы у нас, и сюда ставим, вот туда ставим факел. Ломаем все эти шипы, ну, чтобы быстрее было, я сломаю их так. Воу, крипер, ты мне не нужен. О, как раз восстановлю себе хпшки. Отличненько. Так, я вижу там еще одного крипера, но я туда не хочу идти. А здесь у нас что? Ой. Ясно, понятно. Телепортируемся. Что еще можно сказать? Вообще шикарно просто. Я провалюсь в какую-то непонятную фигню. Так. Идем в эту пока что сторону. Там я слышу пауков. Ух ты. Какой-то проем. Ну ладно. Неважно. Такс. Вот это вот, по-моему, эти блоки. Да, вот они какие-то странные здесь. Эти блоки. Так. Добываем все. И добываем все железо. Вот так. Вот это все-таки классная штука, что зажимаешь Shift и добываешь все одной кнопкой. Это реально очень полезная штука. Можно так все быстренько добывать. Так, ну здесь опять ловушка. О, и там я вижу огромнейший каньон, который моя ловушка, кстати, провалилась. Тут нужно аккуратно ходить, поскольку меня могут столкнуть всякие... Оу, злые мобы. Вот, лава. Ну, офигеть. В принципе, я нахожусь в воде, я сейчас не горю. Ну, я не буду подниматься наверх, поэтому я лучше умру. Ух, что-то у нас тут такая серия получается. Довольно-таки интересно. О, тут что-то спавнится, оно горит, и мне что-то с нее идет. Ладно.
Значит, спускаемся вниз. Опять надо нам перекусить, поскольку у нас хпшки-то восстанавливать надо. И отправимся опять же туда. Только будем идти аккуратно, чтобы не провалиться. Воу. Так. Здесь у нас что-то есть. Так, здесь у нас ловушка, я вижу. Ну, ее, в принципе, нету смысла забирать. Она упадет. Вообще шикарно. Вот этого я не ожидал. Ладно, давайте, что там делать? Там уже развалины идут, там, я думаю, ничего и не будет. Поэтому мы сейчас отправимся в другое место. Я думаю, отправимся вот сюда. Так, нам нужно похавать пока что. И отправиться вот сюда, я полагаю. Так, давайте, может, добудем кремень. Ну и паучки идут, как всегда. Паук, умри. Так, хпшечку восстановили. Надеюсь, вы спавниться не будете, если я поставлю вот так вот. Ох ты, какой-то новый паук. Ничего себе. Таких я не видел еще. Здесь тут самое главное, чтобы не было тут скелетов. Вот этот паук как-то сильно долго умирал. Так. О-о-о, нагрудник. Зелье. Взрывное зелье силы. Так. Ништяки уже пошли. Так, ну, я думаю, вот это гнилую плоть я выложу, это я выложу. Нагрудник я одену. О, у меня, кстати, штанов уже нету. Я только сейчас заметил. Так, у нас тут... Что у нас тут? Там я вижу спавнер. Я туда не хочу идти, там я вижу скелета. Поэтому я пойду сюда. Ух ты, матерь божья. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, скелет, пошел вон. Пошел вон, пошел вон. Вот так. Все отлично. Забираем стол зачарования. Он нам, в принципе, я думаю, пригодится как-нибудь. Уголь, лопату, палочки заберем с собой. Так, это мы выложим, это мы выложим. Это... Хотя не, это пусть будет. Glowstone тоже пусть будет. Это мы выложим. Опять что-то бомбануло. Что? Что это такое? Что это за крипер? Ух ты. Что это сейчас было? О, вот эти вот. Я их знаю. Ну, вообще шикарно. Еще и за телефон зазвонил на заднем фоне. Сейчас, ребятки, пауза. Итак, ребятки, я вернулся. В общем-то, давайте продолжим сходить по нашему данженту. Я вон там что-то вижу, опять же, вон какую-то фигню. Капец, он большой, это данж. Вот это да, вот это реально данж очень большой. А, мне... Ну да. Значит, телепортируемся там, где я умер. Нифига себе, я ушел. Такс, тут очень много зомби. Поэтому мне нужно очень быстро все позабирать. Там я видел какую-то книжку. Телепортируемся. О, прям с, рядом с сундука. Нет, это была не книжка. Ну ладно. Окей. Так, броня у нас, в принципе, нормальная. Еще пока что. Давайте отправимся опять же домой. Все это дело выложим. Так, что-то я все понажимал. Телепорт. Так, нажимаем. И вылаживаем все это добро. Оно нам, я думаю, пригодится. В принципе, да, нам пригодится. Взрывное зелье силы. О-о-о! Вот это уже неплохо. Можно отправляться, в принципе, в данжен. Кстати, меч на прочность. Неплохо, неплохо. Можно, в принципе... у меня есть железо. Там есть железо у меня. У меня его всего лишь 5. И здесь... вот я могу штаны взять себе. Шлем. Могу еще взять себе. Ну и все, больше у меня тут ничего нету, да? Я так понимаю. Мемо, что за мемо? Что это такое? Какая-то история. Ладно, неважно. Спавнеры.
Ну все, в принципе, у меня больше тут ничего нету. Так. О, мне доступна сила. Давайте сейчас быстренько мы доплывем до этих чувачков и быстренько их прикончим, залезем на их кораблик. Я думаю, там должно быть что-то довольно-таки стоящее. И все. И на этом, я думаю, мы закончим наш, так сказать, летсплей. Так, что вы, ребятки, готовы умирать? Ты первый на меня агришься, да? Во, неплохо, неплохо. Иди сюда. Иди, у меня тут... У меня зелье силы есть. И ты умрешь тоже. Хесус. Так. Ого. И восстановился парень. Но мы ему не дадим этого сделать. Умри. Подлюка. Такс. И ты тоже умри. Они еще... То, что мне не нравится, то, что они... Еще успевают как-то пить гребаное зелье. Умирай. О, печеньки. Ну ладно, печеньки я трогать не буду. Я понимаю... Я помню, там был... Какой-то чувак сидел. Сейчас мы посмотрим, есть он там или нету. Вон, я еще вижу кораблики, их очень много. Но на них, по-моему, ничего нету, на таких корабликах. Так, давайте все срубим вот это вот дерево. И залезем вот сюда. Так, а здесь у нас... Здесь у нас сундук с факелами и стрелами. Факела, в принципе, тоже нужны будут. И здесь куча пороха, какие-то штуки, факела и все. Тогда и все, что ли? Давайте еще зайдем сюда, посмотрим. Нет, тут еще что-то есть. Ну, тут часы, тут его куча железа, печка. Печки у меня там все равно две есть, так что мне не нужно. А пока что у меня есть зелье силы еще на 3 минуты. Я могу... Убить этого чувака. Вот таким вот образом. Так, выбить с него кучу-кучу опыта. И отправиться на тот кораблик, который самый дерзкий, я так понимаю. И поубивать там хотя бы немножечко, но поубивать людей. Ну, точнее, этих мобов, или они, кстати, пропали, некоторые из них. Так, вот этого нужно нам прикончить. Так, тормози. Вот так. Вот этого вот самый, который... Самый наглый, который... Умри! Умри! Да, есть, умер. Все, отлично. О, тут ТНТ есть! Можно поджечь и устроить алах-бабах. Я выкинул меч. Вообще, я просто мужик. Я могу... Ай, ладно, народ, я думаю, на этом мы закончим нашу такую вторую серию. Я без съемок, так сказать, поубиваю этих уродцев и закончу на этом. Что-то я не сказал, не вообще, не сам не понял. В общем, без съемок я очищу этот корабль, по сундукам мы пошаримся потом, в следующей серии, я уже когда очищу корабль, потому что это затянется, я так думаю, серии на очень много. Пока что первые эти серии мы будем ходить в данжеры, изучать какие-то там моды и начинать. Напишите, кстати, в комментариях, с какого мода начать, то есть с какого мода начать изучать все моды. В общем, всем спасибо за просмотр данного ролика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер, всем удачи, всем пока! Love you.